Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной или парнем и девушкой? У меня был лучший друг, дружили 4 года. Правда, за все это время я к нему относилась только как к другу, а он то переспать, то по дружбе предлагал, то говорил, что я очень хорошая, он меня в жены взял. Месяц назад мы поцеловались, после чего мой друг исчез. Переехал в другой город. Это ладно, но после произошедшего мне ни разу не написал. История ВК после этого перестал смотреть, только последние пару недель снова смотреть стал. Неужели он дружил со мной только ради этого, но зачем тогда нужно было общаться со мной более 3 лет? Почему не послал куда подальше после первого отказа секса по дружбе? Смотрите. Вы задаете довольно трудный вопрос, потому что здесь вот, ну, в какой-то степени, да, перемешивается все. То есть, с одной стороны, перемешивается ваш собственный опыт. Вот. Ваш собственный, вот, ваш непосредственный опыт, опыт взаимодействия, например, с мужчиной, да, допустим, вот, и некая такая какая-то более глобальная история, вот, которая, ну, как сказать, относится ко всем, то есть относится ко всем мужчинам и ко всем женщинам. Значит, в первую очередь, дружба между мужчиной и женщиной, конечно же, существует. Но дружба между мужчиной и женщиной может существовать только если оба партнера это, ну, как бы чувствуют. Понимаете? Если же чувствуете только вы это, то вряд ли это можно назвать дружбой. То есть, получается, вы-то дружите, а вот с вами как бы нет. Вот. С вами не дружит. Понимаете, в чем проблема? И я бы сказал, что то, что описываете вы дружбой между мужчиной и женщиной, не является то, что описываете вы. Я бы сказал, что то, что описываете вы, является, ну, по сути, безответной любовью. Пожалуй. Так, наверное, было бы, ну, правильно сказать. Вот. Понимаете, в чем штука? Это было бы, ну, более верно. К сожалению, это так и есть. Вот. Поэтому дружба между мужчиной и женщиной существует, но только не в
ну, не в вашем, не в вашем случае, вот. А в вашем случае это не дружба между мужчинами. Дальше. Следующий момент. Следующий аспект. Значит, вы говорите о том, значит, почему человек с вами общался, да? Ну, там вот, ну, столько лет, да, там, 4 года, вы говорите. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что во многом из, конечно, ну, неуверенности какой-то в себе. Человек вот так себя вел с вами, то есть, ну, вот столько времени с вами общался, да, только вот потому что, ну, там, надеялся на что-то, например. Вот. То есть, с его стороны, это больше похоже не то чтобы на дружбу с вами, а с его стороны это больше похоже на, как раз таки, надежду, что с вами можно что-то построить. С вами можно построить какие-то отношения. Вот. Вот, на мой взгляд, человек именно на это и рассчитывал. И, видимо, значит, после поцелуя, да, ну, с ним что-то случилось, то есть, ну, как-то вот он это воспринял, вот, ну, скажем так, негативно, да, он это воспринял. Может быть, испугался, да, может быть, что-то еще, а может быть, поцеловал вас именно потому, что вот, ну, как раз-таки знал, что уезжает, вот, и именно поэтому он вас и поцеловал, вот, потому что если бы он, там, допустим, ну, допустим, не уезжал бы, да, вот, то вполне возможно, что он бы вас и не, ну, и не целовал бы. Вот, а так он подумал, что, ну, я все равно уезжаю, так какая разница уже, вот, все равно меня не будет, так чего бы не поцеловать его на, ну, на прощание, например. Вот. И, собственно, это он и сделал, на мой взгляд. Другой вопрос, что вы на это реагируете, вот,
на мой взгляд, несколько так вот, я бы сказал, чрезмерно, может быть, да, то есть для вас это вот, вероятно, ну, выглядит как-то оскорбительно, может быть, для вас это выглядит, может быть, как-то болезненно, вот, а может быть, вы не против были бы с ним вступить в отношения, но, боялись этого, боялись с ним вступать в отношения, просто боялись. Понимаете? Вот. Такое может быть. И в этом случае, если вы действительно боитесь вступать в отношения, то работать, на мой взгляд, в первую очередь нужно с вашими личными границами, вот, которые у вас, судя по всему, не то чтобы очень прочные, не то чтобы очень крепкие. Вот. И, наверное, еще я бы сказал, что желательно развивать некоторую такую честность к себе. Чтобы честно, может быть, прямо говорить человеку, да, о том, что вот вы, хотите, вот, то есть, что вы чувствуете к нему и так далее, потому что, к сожалению, то, что вы описываете, да, очень похоже на то, что вы просто мужчину держали в френд-зоне. Ну, это история не самая лучшая, да, и вот люди, не выдерживают. А вы сейчас, судя, потому что описываете, вы сейчас, как будто бы вот привыкли к действительно привыкли к человеку. Вот. Действительно привыкли к нему. Вот. И вам его вот как будто бы не хватает. Я бы сказал в целом, что это нормально, что вам его не хватает. Только обратите внимание на то, что вы же сами, да, первое, ему то тоже не пишете. Вот. То есть вы не пишете ему, что, например, хотите, там, допустим, с ним общаться, вы не пишете ему первое, вот. То есть тоже такой момент, вот. Чего-то вы боитесь, может быть, чего-то вы опасаетесь, может быть, вот. То есть, тут есть, на мой взгляд, ряд моментов, которые тоже нужно
посмотреть и поисследовать. Вот. То есть, может быть, вы этого не делаете из чувства гордости, например, да, то есть вот, ну, мол, как-то так, вот я ему первое напишу, да, вот. То есть, ну, такое может быть тоже, такой вариант может быть. Вот. Поэтому тут надо смотреть здесь, вот, как вы себя чувствуете. Вот. Ну, я имею в виду в контексте вот этой всей ситуации. Вот. О, ну, может быть. Может быть. Вы чувствуете себя, ну вот, как раз таки не очень хорошо. Вот. То есть ваши негативные чувства как раз из-за этой ситуации могут быть связаны с вашим внутренним конфликтом. Вот. Тут вот, ну, нужно смотреть, вот. Тут нужно исследовать, что это за внутренний конфликт, и вам как минимум вам нужно будет, ну, выбирать вам как минимум нужно будет принимать решение какое-то, вот, и так далее. Если же у вас нет к нему чувств, да, то есть, ну, я имею в виду, если ваши чувства к нему только, ну, действительно только дружеские, вот, то в таком случае, я думаю, что вам нужно ему об этом сказать. Вот, если человек вам дорог. Вот. А просто сказать о том, что для вас значит этот поцелуй. Вот. Ну, значит ли он вообще для вас что-нибудь. Вот. Или он для вас не значит вообще ничего. Вот. И я думаю, что после этого ваше общение с мужчиной, да, будет таким, каким оно может быть. То есть либо вы будете опять друзьями, либо человек не захочет с вами общаться, потому что ну, как-то он разочаруется, вот, в том, что у него нет какой-то вот надежды, да, и он просто с вами не выйдет на контакт. Вот. Просто, на мой взгляд, эта ситуация опасна тем, что если вы не проясните, все. То есть не скажете ему, что чувствуете вы и чего вы хотите, чего вы не хотите, вот, то это может просто вылиться в не очень какие-то хорошие вещи, вот. Ну, я имею в виду, ну, в будущем, вот, в виде там каких-то претензий, например. Вот, ну, по отношению к вам, вот, или чего-то еще. И, соответственно, если вы этого не хотите, а я думаю, что вы этого не хотите, вот, то, конечно, наверное, стоит вот о себе немножко побеспокоиться, да, и просто вот, ну, защитить свои интересы. Так скажем. Вот. В любом случае, мне это видится
Именно так. Вот. И я очень надеюсь, что, ну, что вы видите это, ну, примерно так же. Примерно. Хотя бы примерно. Примерно. Так. Так же. Вот. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи, всего самого доброго.